Капитальный ремонт дома по улице Пушкина завершен. По крайней мере, внутри, а именно это было необходимо для заселения жильцов. Анастасия Сиднева переехала в квартиру раньше других. Были обстоятельства, и весь ремонт, по сути, прошел на ее глазах. Говорит, сделали все качественно, как договаривались. Диалог был хороший с подрядной организацией, то есть было голосование, кто за какой вариант. Было два варианта, либо у всех все одинаково, либо кто-то, кто может, выбирает. Естественно, как бы у нас был до этого тоже хороший ремонт, мы проголосовали за второй вариант, чтобы выбрать себе то, что нравится. Все качественно, то есть все заменено, плитка, керамогранит на полу, поэтому и стоит и раковина, и ванна, и смесители, в общем, все это было уже при въезде в квартиру. В какое время заезжать в квартиру, каждый решает для себя сам. Кто-то уже обживается, а кто-то вообще был здесь только в начале перестройки. Индивидуальные нюансы планировки подрядчик решает на месте. Тем не менее, факт остается фактом. Жить здесь уже можно. А некоторые детали внешнего контура дома строители доделают чуть позже. Работы внутри дома выполнены на 100%. Людям ничего не мешает заезжать. Первый подъезд заселен 50%, второй с сегодняшнего дня начинают заезжать, заселяться. За весь период был усилен фундамент, залиты на первом этаже новые полы, полностью дом усилили, оконные проемы обоймами усилили, швеллером стянули полностью весь дом в два швеллера. Видите, вот снаружи залили фундамент. То есть усилили полностью, усилили дом. Утеплили, оштукатурили, покрасили. Сегодня в доме есть газ, электричество и тепло. И уже второй раз приходил наладчик проводного интернета. Его визит – один из главных показателей полноценного обустройства быта.